3 лет назад мы запустили программу модернизации производства. Своими силами уже закупили достаточно много современного оборудования и столкнулись с проблемой, что оборудование современное и высокопроизводительное, а наши бизнес-процессы старые и не совсем подходят к новому оборудованию. Поэтому мы искали возможность оптимизировать наше производство не только за счет оборудования, но и за счет организации бизнес-процессов, обучению сотрудников новым технологиям, новым каким-то практикам бережливого производства. Нам предложил Фонд развития промышленности Тульской области участвовать в нацпроекте, который мы, собственно, вместе с ним и запустили прошлой осенью. Примерно на 20-25% увеличилась производительность труда и сократились потери. Потери времени, потери сырья, потери материалов. Проект Тульской области реализуется с 2019 года. У нас сейчас достаточно много участников, около 50, причем это разные компании. Есть компании, которые совсем не знакомы с бережливым производством, и для них нацпроект – это шанс фактически познакомиться с новой культурой и значительно повысить и свою культуру производства, и свою производительность. А если есть компании, которые уже занимались этим вопросом, вот сегодня мы были как раз на такой компании, на презент упаковки, для них нацпроект – это возможность сделать быстрый рывок вперед, то есть перейти от постепенного, полномерного внедрения проектов к достаточно быстрым изменениям, что мы сегодня увидели. То есть компании буквально за год удалось уже полностью реализовать проект на одном производстве и перейти к реализации следующих проектов. Поэтому нацпроект для всех компаний – это большая возможность пересмотреть свое отношение к производству в целом.